Добрый день! Сегодня я покажу, как я делаю тесто для самсы. Я как-то делала уже самсу, у меня на канале есть, но я обещала снять отдельное видео для приготовления самсы. Я покажу сегодня только один способ, который я готовлю самсу. У меня есть еще один способ, но это будет уже в другом видео. Итак, для того, чтобы приготовить тесто, нам нужна мука. Муку я заранее просеяла. Здесь 600 грамм муки и 250 воды холодной. Здесь я чайную ложку соли разварила. Так, ну вот так вот замешиваем тесто. Наливаю воду и прямо руками замешиваю тесто. Я ничего сюда не кладу, ни яйца не добавляю. Вода у меня, можно сказать, даже холодная. И замешиваем тесто. Так, я сюда немножко добавила воду. Немножко, где-то грамм, миллилитров, 100 миллилитров, наверное. Тесто вот такое должно получаться. И месить его прям вот так вот надо. Я вот прям сильно его мешу. Замешиваю. Вот так вот прям сильно. И будем вымешивать, пока у нас не получится колобочек такой. Так, я выложила на стол для удобства. И вот так вот. Вот этот рецепт самсы я видела у уйгурского блогера, Абдулгазиз его зовут. Я уже, это проверенный рецепт, я по нему уже делала. Вот тесто он прям месил, когда он прям рвал его вот так вот. Все, у нас она уже нормальной консистенции. Сейчас мы его оставляем где-то минут на 30, чтобы отдохнуть. Можно завернуть сейчас в пищевую пленку, можно одеть в пленочку, в целлофан какой-нибудь и оставить минут на 20-30. Подпыляем слегка стол мукой и вытаскиваем наше тесто. Еще раз его немного помнем. Так, раскатали вот такой вот пласт. Его можно и еще побольше раскатать, конечно, но мой стол не позволяет. И вот если я вам сейчас поверну, он у меня вон какой бескрайний почти что получается. Вот. Но так как тесто будет слоеное, и мы его потом еще будем раскатывать, сейчас я растворила 180 грамм сливочного масла. И сейчас мы сверху его намажем. Мазать я буду рукой, кисточкой не пользуюсь. Мне удобнее руками. Вот и все. Теперь все вот так вот и помажем. Так, ну вот все. Теперь мы его аккуратненько вот так вот собираем. Скручиваем вот таким вот образом. Вот так вот скручиваем. Все полностью до конца. Так вот все скрутили. И еще вот так вот покрутим. Покрутим. Вот так вот еще вот покрутили. Колбаску тоже покрутим. Чтобы она у нас вот такая вот была. Все, теперь я разрежу на несколько частей, чтобы мне было удобно. Ну, вот так вот, скажем. Все. В пакет и в холодильник. В морозильник можно поставить на час, минут на 30 даже можно поставить.
Вот здесь вот хорошо видать слойку. Вот так вот. Замечательно. Или поставим в холодильник на 2-3 часа. Так, ну я приготовила фарш уж. Раз пошла такая песня, то и все покажу. Решила снять только тесто. Ладно уже. Так, здесь у меня 0,5 килограмма фарша. Порезала вот так вот мелко лучок. Два. Вот солю. Солим, перчим по вкусу. Так, посолила. Посерчила. Вот так вот. И сюда я еще добавляю хмели сунели. И добавлю я сюда еще зиру. Вот так вот. Для придания вкуса добавляем. И добавлю сюда еще зиру. Все перемешиваем. Все, фарш готов. Так, вот я вытащила одну колбаску. Присыпаем стол мукой и режем где-то вот на такие кусочки. Так вот. Берем вот так потом. И вот так вот потихонечку раскатываем. Вот так вот раскатываем. Видите, все круги у нас стоят. Видны. Раскатывайте аккуратненько, чтобы слойка оставалась. Тонкую лепешечку. Так, вот раскатали, положили фарш и закрываем треугольником. Закрыли вот так нахлёст. Прищемите. Здесь прищемите. Можно вот здесь вот, хотя и не обязательно. Вот так вот. И вот. Здесь подвернули и прищемили. Все, самса наша готова. Вот так вот выкладываю на сковороду, на противень. Вот таким вот способом. Не вот так вот, а швом вниз. Разбиваем один желток и смазываем. Вот так вот каждую. Тут вот видно прожилки, я не знаю, вам видно, не видно. Сверху я посыпаю. Вот так вот кунжут. На некоторые. Вот. И маком. Тут у нас на любителя. Кому нравится мак, кому кунжут. Все, отправляем разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут. Вот такая самса у нас получилась. Вот это вот первая партия моя вышла. Приятного всем аппетита. Спасибо, что были со мной. И всем пока-пока.